Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Девчонки, дерьмо. Нахуй этих нигеров. Окей. Это хуйня для славы. She's for glory, сука. Я заставляю хлопать дропы. Сухи мне сосали даже, когда я был дроп. Бро, не парь, ты знаешь, кто ебал твою тёлку. И все суки не узнают номер моего телефона. Если хочешь узнать, то присылай фото. Желательно голый, постоянно бот. Ребят, очень интересно, да, ребят? Очень интересный голос. Рэйч там есть. Музыка классная. Рэп классно читает. И рэп классно, да, классный читает. Голос. Голос очень чистый, ребят. Манера исполнения. И звонкий классная. Такой. Вот красивый голос, да. И манера исполнения классная, ребят. Очень нравится. И двоюродные братвы, я отбросил тёлками, после всего пошло вверх. Это закон успеха, это ёбик. Думает, что станет богатым, если почитает Джон Трек. Хочу двойной шоколад с орехом, чтоб тёлка сосала на баре, сложу рашки. Ребятки, трек о любви. Ну, ребят, повторюсь еще раз. Очень красивый тембр голоса. Классно читает. Поехали. Я сделаю тебе сердечко, концертный шанс. Если вдруг похороните меня, как букера, прямо на концерте. Я не вижу своих хобов, походу они продвигают свою мозгу через газету. Вот то не нужна математика, забыть про виеды. Вспомни формулу минета. Опла играет, я не скрываю свою прошлую работу. Кассирую, я мать его джентльмен. Являюсь одновременно сериальным ссором. И сделаю свою тёлку богатой. Даже, блядь, не сметили свой кориал. Неоспоримые факты, не обнишься, если мозг давно был. Я всегда будущий мистер Кохобов и Броков. О главных факторах падения был Броком. Помню, как пришлось самомножать, что это лист. И забывать мистики своей тёлки. Книги, кого ты хочешь удивлять своими строчками. Детей детском сад. Хотел срать перед сделкой. И все факторы говорили, что это защада. На хуганоны, детство. У меня челлендж, я хочу побить рекорд янгбоя. С детства забыл, бродил, сделал столько хуйни. Что теперь я как гандоны. У этого все вагинальные связки во рту. Он читает о том, то, что его бросило тело. Развел уродку на секс, теперь стыдно, что вставил их. Я заставляю хлопать пропасть. Сосали даже когда был броком. Но не парь, ты знаешь, кто ебал твою тёлку. И те суки не узнают номер моего телефона. Если хочешь узнать, то прислай фото. Желательно голый. Звони по мышке. Ребятки, ну вот что скажу. Во-первых, голос очень красивый. Крутой трек, классно сделал. Знаете, такой голос звонкий, читает рэп, как классно. Голос создан для рэпа, да, для музыки. Прям все четко. В конце трека уже пошел, как речитатив. Профи. Молодец. И очень классный бит. Бит подходит под этот трек. Профессионально, да? Скажи, профессионально, ребятки. Текст мне понравился. Текст музыкальный, текст молодежный. Текст классный, ребят. Музыка красивая. Я, ребят, танцевала с удовольствием. Подпевала немножко, ребят, а танцевала я прям с удовольствием. Потому что музыка прям давала темп классный для танцев. И читал классный молодой человек. Шикарно сделал. Мне все понравилось. Разные лайфхаки интересные. Разные вкусняшечки интересные. Молодец. Профессионально все сделано. Настоящий рэп. Прям смело в батл идти можно. Батлить, потому что хорошо читает речитатив. Это, ребята, очень тяжело. Четко проговаривать слова. Я надеюсь, мы правильно поняли стиль, да? Может быть, это не рэп, а какой-то другой стиль? Мне кажется, здесь смешение стилей нескольких, да? Здесь есть немножко еще рэч. Нет, несколько стилей смешано. Ну, классно сделано. Хорошо сделано. Профессионально, качественно. Молодец. Не останавливайся. Пиши дальше. У тебя классно получается. Направление шикарное. Рэп читаешь классное. И рэч красиво получается. И просто... Такой нежность есть. Кое-где нежность есть. Молодец. Мне все понравилось. С удовольствием тебя послушала. Развивайся. Желаю удачи. Дерзай. Пока, друзья.